Ребята, всем привет! 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 Сегодня праздник в Китае. Праздник середины осени называется. В этот праздник принято кушать лунные пряники, такие круглые печенья. И нас сегодня позвал хозяин этого дома к себе на крышу на барбекю. Там у них уже шумно. Кстати, нас сегодня утром разбудили хлопушки. Сегодня будет очень интересный и вкусный выпуск. Мы будем ужинать в кругу китайских друзей. Поднимемся, поснимаем там, как у них дела творится. И еще я сегодня, когда гуляла с мамой и папой, я видела, как маленькие дети там носят маленькие фонарики. Ну, в этот день еще фонариками все украшают. Действительно, на улице очень красиво. Мы с собой взяли... Сок вот такой взяли, виноградный, газированное вино, фрукты взяли, гранат, мандарины. Катя, кстати, заказывает их на Таобао, да? Да. И самое главное, атрибут праздника. И вот, кстати, да, самое главное, это вот как раз вот эти пряники, лунные пряники. Катя тоже где-то там высмотрела, заказала в Гуанчжоу, там девочка одна стряпает. Она даже не в Гуанчжоу живет, а далеко живет, на севере. А так, помогите, пожалуйста, девушка, распакуйте. В общем, пряники не совсем стандартные по вкусу, они более как бы привычны для нас, для русских людей, так сказать. Я не знаю, в общем, мне они очень понравились. Вот мы пробовали какие дуряном, с дурианом, вообще вкусно. И шоколадные, очень вкусные. А эти чизкейковые. То есть там... Чизкейковые внутри клюква сушеная и шоколадная крошка. Это мы как бы подарим, но есть вероятность, что мы попробуем. Корзина упаковывая, в общем, такой наборчик. Здесь идут еще вилочки. Вилочки. В общем, мы не с пустыми руками, мы с тобой гостинцы берем. И поднимаемся сейчас наверх, поснимаем. Что там они готовят, в общем, попробуем что-нибудь и поснимаем этот кипиш, что там у них происходит. А у нас, кстати, какие новости? Мы же, кстати, тут худеем же, да? И сколько мы уже 2 недели, да, уже плотно сидим на диете, но, ребята, раз в неделю мы... Это правильное питание, это не диета. Раз в неделю мы устраиваем себе все-таки расслабон, иногда даже запрещенные какие-то продукты проскакивают. Но потом всю неделю мы прям тщательно скидываем, стараемся выхаживать 10 тысяч шагов. Сегодня мы сейчас вот только с прогулки пришли, да? Да. Дети на самокатах катаются, а мы с Катей ножками ходим. За ними бегаем. Так, в общем, что тут происходит у нас с весом? Так, у меня еще, ребята, камера, поэтому 100... Давай, держи камеру, думаешь, поменьше будет? 112 на 100 грамм. Ну, окей, ладно. Так, вот, у меня вот такие вот изменения. Я считаю, что это неплохо. Себя чувствую очень комфортно. Чувствуется какое-то небольшое снижение веса. И мне от этого очень даже клево. А у Кати сколько примерно? 71,6. Ладно, хватит болтать. Идем к хозяину, поснимаем, что там они там поют уже. Барбекю будет. Вот сегодня, кстати, запрещенные продукты, наверное, будут, потому что будут барбекю. Ну, кто же там будет? ПП, что ли, на барбекю? Прям так, да. Сразу же встречает какие-то такие снеки. Хозяйка. Окей. Пошли наверх. Можем здесь подняться. О, наши шторы, Катя. Так, вот мы поднялись на 5-й этаж. Hello. Так, подарки. Все, что тут у них? А, кстати, смотрите, у них такие заготовочки продаются в магазине. Кальмары сразу на шпажки одеты. Просто купил, поставил, пожарил. Вот это называется куйпи. Куйпи. Это, короче, хрящи. О, а это курица маринованная.
походу тоже такая же курица, только на длинной шпажке. Ну, нормально подготовились. Помочь. Это, кстати, арахис. Арахис, вареный арахис. Вареный арахис в соли, если я не ошибаюсь. А может даже и без соли. Да, солененький. Вкусно? Они, короче, добавили вот такую штуку, это как типа как горючая штуковина, он в центр прям заложил. И сейчас просто углями обкладывают. Твои любимые сосисочки. Вкусные, думаешь? Да. Смотри, мы тут уже жарить начали. В общем, показываем, что у нас тут происходит. Уже ребрышки немного поджарились. Здесь, я не знаю, это просто лежит, сохнет. Здесь вообще ни жара, ничего нету. Это мед. Это мед. Давайте не будем мазать медом. Мясо будет все сладкое, понимаешь? Как на Новый год у нас фейерверки везде. Очень красиво. Все люди гуляют, отмечают праздник. Девчонок угостили пряником лунным. Это китайским. Не очень вкусно? Ого! О-хо-хо! Вот это запах! Давай, валяй туди. Хеллоу! Что говоришь, сама? Хорошо. Блин, лапы, вообще все есть. Ой, на перец обжарил. Дышать невозможно. Кстати, у хозяина так посмотришь, кухня не сильно оставлена. Прям все по минимуму. Ой, дышать невозможно. Она жарит улиток и перец. Улитки. Да, улитки. Опа, здесь играют, посмотрите. В маджонг. Хало. Я люблю здесь быть. Да, прикольненько здесь. Вообще шумно так, празднично. Это, кстати, второй по значимости праздник после китайского Нового года. Народ все подходит. Есть знакомые лица даже. Смотрю, вот эти два здоровяка, они уже были на посиделках. Опа, подъехали улиточки. С лапками. А мы кушаем первый шашлык, курицу. Она сладенькая, я уже попробовал. Но вкусненько. Да? Да. У меня сладенько. Вкусно. Он шеф-повар. Шеф-повар. Пока хозяин там поет, а мы тут кушаем. Как тебе такие посиделки, нравятся? Что нравится? Вкусняшки всякие, да? Российские-то вообще похожи, нет? На российские или так маленько? Вообще не похожи. Не похожи на российские. Но все равно вкусненько, да? Народу все больше и больше. Все что-то кушают. Выпиваем пиво. Запрещенный, кстати, продукт. Вообще нельзя мне его. Но немного можно. А Катя придерживается диеты, молодец, пьет сок. Улитки-то расходятся. Надо успевать, улиточки. Держи, зайчка моя. Ого! Прям вообще рядом. Это не ест, это убирается. Какое, вверх, да? Да, там такая защитная крышечка. Потом что есть? Потом надо достать ее полностью. Ест вот это вверх, а вот эта кишка не ест, отстегивается. И еще вот эту висюльку тоже убирается. Ест только где ползется. Ну-ка. Вот где вот это начинает, то его прям отстегни ее. Оторви так. Вот так вот. Вот это ест. Да, давай. На вкусно, давай, пробуй. Наверное.
Салют, ура, да. Подожди, Ника пробует улитку, это интересно. Давай. Давай, давай. Ну ты же пробовал, тебе нравилось. Ну что, нравится, нет? Это выкини на салфеточку вот, вот сюда вот. Так вот, раз. Так, ну как вкус, говори давай. Остро, солено, перчено, вкусно, невкусно. Нормально просто? Вкусно или нет? Или так больше не будешь? Можно есть, я вот так скажу. Так, ты съела как тебе? Я 3 штуки съела. Ну и как? Нормально, ничего особенного, но нормально есть можно. Как кальмарчик. А нам подъехала свинина. Вкусная, такая же сладкая. Прям. Медом ее делали. Да, ну очень вкусно, мне нравится. И подъехали огурцы. Вкусно? Ника, кстати, сказала, что улитка острая. Они уже настолько профессионалы, они просто высасывают, откусывают, уже все знают, что есть можно, что нельзя. Это остро. Как кальмар по вкусу, действительно, ничего такого. Вкус специй и остроты. Все вкусно вообще прям. Хозяину спасибо большое. Они кому улитки наяривают, да? Они же острые. Кстати, что нельзя их есть. Вся нарядная, да? Да. И... My boss. А, я парфюм ее часто чувствую. My boss. Мы, в общем, попробовали вот этот шоколадный мункейк. Он очень оказался вкусный, прям шоколадный. Начинка, я не помню, зеленая какая-то была. И Катя решила, короче, наши чизкейки дать попробовать. Именно вот эта русская девочка готовила. Сейчас, короче, порежем, попробуем, посмотрим, понравится мне. 是我们的朋友做的，朋友自己做的。啊，这上面是印花的。 Веронике достался первый кусочек, и как тебе? Вкусно. Мне только шоколадный больше понравился. Вот так вот, да, значит? Это тоже очень вкусно. Пробовать, пошли. Первый пошел. А ты говорит? Ну, говорит, вкусно. Похоже на песочное печенье такое. Творожное. Творожное, точно. Обожаю творожные всякие штуки. Сегодня как-то больше женщин, чем мужчин. Короче, идет разговор. Он, ему жарко вообще стало, он разделся, и он смотрит вообще на меня и говорит, почему, говорит, твой папа, говорит, не раздевается, что он стесняется своего тела. Я говорю, у нас не принято сидеть голым за столом. Это только в кругу семьи, очень узким кругом можно, в принципе, раздеться и там сидеть. Да? Ты сказала это? А он что сказал? Голым за столом. Ну, он так воспитан. Что? Странно? Жарко ему, понимаешь? Что странно? Жарко ему. На каком они говорят? А, понятно. Ты тоже, да, не понимаешь? А ты, я смотрю, занята, даже и не пытаешься понять. Тебе не повредит это фигуре твоей? Мне понравилось, получается, вон там белая девушка, которая сидит с голым дядей. Да. Почему? Потому что мне, ну, она там такая добрая была, мне чуть-чуть там помогала, ну, говорила, ты хочешь это, я говорила, иногда говорила нет, а иногда говорила да. Откладывала тебе еду там, да? Ну, да. Ну, острое, да? Много. Ну что, Полина, напелась? Все, домой идем. Ну, спела маленько одну песенку-то, Shape of You спела. Нормально, хватит. Все, все домой, кстати, уходит. Время уже не детское, 11 часов. Все расходятся домой. Пока.
Бай-бай. Ну все, ребята, у нас вот такие посиделки получились. Я думаю, что прошло все клево. Девчонкам понравилось, нам понравилось. Что еще тебе есть добавить? Что? Завтра мы идем в школу, там делать уроки. Ты радостная или что? Или не хочешь? Радостная? Нет, я не хочу в школу. Надо. У нас дела, надо монтировать видео и все такое. Ну все, ребята, вот такое у нас получилось видео. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки. Ну и всем пока. 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 Всем пока.